Совсем недавно возле парка Горького появилась новая необычная инсталляция. Зеркала расположены в виде прямоугольников средней высоты, а установлены они вдоль пешеходной аллеи. Несмотря на оригинальность инсталляции, жители города уже успели увидеть несколько ее недостатков. Непонятно. Это очень красиво, это ново, красиво, оригинально. Но в плане безопасности я считаю, что вот сейчас уже видно, как траву немного подсушило. И я думаю, если будут более высокие температуры, то это может повлечь за собой воспламенение. Сделать цветы, например. Ну, как-то что-то, да, не завершено, да. Есть что-то такое. Поэтому непонятно, что это, в принципе. В любом случае, это бросается в глаза. Это не то, что по всему городу есть, поэтому интересно. Оригинально, необычно, красиво. Новинка в городе, такого больше не видели. Дополнить цветочками будет красивее. Те же селфи или просто необычно, красиво. В принципе, нормально, но дело в том, что даже долго здесь не продержится, мне кажется. Если бы это было в парке, то было бы надежнее. Сохранено. Чего-то хочется еще добавить, чтобы как-то это смотрелось лучше. Неплохо бы посадить какие-то кустики, может быть, розы, может быть, какие-то такие декоративные, просто зеленые кусты. Просто жалко, понимаете, жалко труд и жалко эти деньги, которые на это потрачены, если это все разобьют. Хулиганов у нас много.